Всем привет! В общем, собрались мы на рыбалку. Вот, вдвоем с Артемом. Мы сейчас там, в деревне, недалеко от города. В городе уже сновимся. Поедем в город Камышлов на озеро Серебряное. Че, стоим, пока переезд ждем. Для счастья нужно чисто вот хотя бы одного карпика, ну хотя бы на четырешечку, да, чтобы с ним побороться. Тяжечку вот эту вот почувствовать, вот этот паровозик вот этот. Просто когда пи-пи-пи-пи-пи, пошел. Потом борешься с ним, я не знаю, там с триатвесом, раз его в подсачи. Ай, красота. Ну, сейчас посмотрим. Я забронировал 12-й сектор. Что это за сектор? Еду вообще просто впервые. Как бы посмотрим. Так, ну что, мы приехали, купили путевку. Вот. В общем, дали нам 3-й сектор. Сказали свободен. Сейчас едем. О, парнишка. Парнишка едет. Оп, завернул. Мне сейчас за ним ехать. Скользко, грязно. Конечно, погоду мы выбрали вообще топ для рыбалки. Но меня вообще ничего сейчас не остановит. Я приехал на платник, я хочу ловить. Хочу ловить рыбу. Сейчас будем кормить, ловить, я не знаю. Все делает, хоть танец с бубнами, но мы ее по-любому сегодня поймаем. И если этот ролик вышел, то рыба по-любому есть, это 100%. Так, вот он. Вот он наш 3-й сектор. Вон он стоит, улыбается. Так, что мы, наверное, это? Сейчас надо выйти. Оценить обстановку, как машины, куда вообще поставить. Ну, конечно, ни обозначений, ничего вообще нет, но это ладно. Главное, чтобы рыба ловилась. Полянка вроде хорошая. Само то вообще прям офигительно прям. Забрасывать будем туда, 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 туда. 4 точки будет. Так что вот так вот. Тут далеко швырять-то даже вообще не надо. Ну, одну дальняк, одну вот здесь недалеко. Вон я видел, рыба ходит. Уже ходит. Что сейчас все, будем раскладываться. Так, ну что, мы немного разложились. Вот, смотрите. Так, с помпик к этому поставили. С подовое удилище, ракетка. Вот такое. Так, вот, смотрите. Гейзер 3.90. Что это? А, 5 ЛБ. Во-во. А я говорил 4.75. Нет, вот пятерочка. Значит, здесь сейчас еще поставим. Тут поставили. Вот. Подсак нам такой вот дали. Мат. А-ля мат. Условно, в кавычках. Артем тоже немного разложился. Короче, сейчас будем кашу замешивать. Так. Что это у нас? ПМБС, Миненко, как обычно, да? Так, что у нас там? Вкуснятина! Ну, тут еще у нас есть пачечка, да? Вот такая же. Та-та-та-та. Одной рукой. Опа! Так, ладно. Там мусор. Мусор обязательно увозим с собой. Так. Что еще? Так, карп. Миненко. Карп. Добавляем. Пошла мазня. Вкуснятина. Так. Это что у нас? Это мастер карп, смотрите, это даже с отцом, ну понятно, это мастер. Че, короче, кормимся? О, смотрите, корм. метров, короче, нашли точку,
А терко-то такое небольшое, поэтому этого будет вполне достаточно. Покормили немного. Вот. Забросились. Пока что. Немножко отдохнуть. Посидеть. А, на новом стуле. Смотрите, стул. Аля, президент Фиш. Ножки, короче, регулируются. Вот, смотри. Опа. Ну, вот кнопочка. Спинка регулируется вообще как хочешь. Хоть так, хоть так, хоть так. Босяцкий стул. Удобный вообще, капец. О, вообще прям по кайфам. Опа. Оба, оба. Смотрите, смотрите. Это что, прям поклевка в прямом эфире, что ли? Такие катушечки стоят. Ну, это фидер. Я говорю, фидер, ну, такой, более-менее нормальный. Сигнализаторы, штучки эти. Свингеры, как они там называются. Артем тоже забросился, поставил. Вот поклевку бы в прямом эфире поймать, а. Да, было бы хорошо. Вот такое у Артема удилище. Каст Мастер 420. 110 грамм. Флагман. Катушечку он сегодня новую тоже приобрел. А, карп. Карп написано. Значит, точно клюнет. В общем, ждем поклевку. Если будет поклевка такая, а не паровоз, то я ее, конечно, подсниму. А так, только когда уже, наверное, при вываживании, скорее всего. Время 5 часов. Поклевки нет. Закинулись в 3. Вот сейчас перезабросился. Вот. Пока нет. Но рыбы у Мотейшн вообще вот прям выходы. Такие хари прям вообще прям здоровенные просто. Там выходит, там выходит, там выходит. И на корме прям вообще там вот только что они как в парой, короче, вышли. Раз, раз. Я еще вот так вот делаю, да? Кто знает? Рыба, 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 рыба. Только у меня барабана. Барабана нет специального. А так вот рыба, 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 рыба. Вот. Расположились, короче. Вот такую палаточку поставили. Да? Ну, наполовину, да, типа карповой. Так бы здесь еще так продолжить. Раз, и все, очки. Вот. Плиточку достали. Все, столик у нас. Раскладушечка есть, стульчики, все дела. Вот. Артем тоже перезабросился. В общем, ждем с больших и маленьких карпов. Ну как маленьких? Маленький это трешка, а большой это десяточка. Да. Фрикцион, фрикцион, смотри, блядь. Нормально все. Поклевка в прямом эфире, блядь. Посмотрите на меня. Только забросил. Блядь, это жестко. Смотрите на удочку, удочка, смотрите. Фрикцион, фрикцион. О, пусть пусть походит, походит лучше. Это пятера. Бля. Артём, это сильно. Ты это, пусть походит, говорю. Тихо, тихо, тихо. Ребята, все нормально. Сейчас он устанет. Короче, мы взяли карпа, но не снимали, потому что, ну, у Артема не получилось. Смотрите, вот я вытащил Артема на подсаке. Смотрите какой, смотрите, сейчас мы сфоткаемся. Все, в подсаке дома. Все, давай его на мат. Сейчас. Сейчас, сейчас. Короче, это вообще, это огонь. Первый карп в этом году. Я только забросил. Только вообще. И он сразу же раз. Сейчас мы его взвешиваем. Ой, ой, ой. Тише, 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 тише. Сейчас, сейчас, сейчас. Водички, водички, водички. Все. Вот так вот. Поливаем. Ты его там сейчас утопишь. Не, не. Так, давайте. Давайте, короче, мы его взвешиваем. Сейчас я весы принесу. Взвешиваем, сфоткаемся, короче. И это. Ну и отпустим, соответственно. И отпустим. Так. Все. Так, подожди. Что там по нулям? Все, нормально.
Ага, он выплывает, блин. Давай, давай. Так. 6:15, да? Все, мы сфоткались, сейчас отпускаем. Давай, отпускай, или на. Вырежешь потом. Давай, давай. Папа. Давай, Карпуша, зови побольше. Зови побольше. Ой, ушел как вальяжно. Рыбалка, класс. Первый, от нуля ушли. Ребята, это правда вторая поклевка. Клянусь вам, вторая. Фрикцион, фрикцион. Короче, вторая поклевка. Прошло буквально 5 минут. Паровоз. Блядь, я сейчас, если дай бог мы его вытащим, я не буду выключать камеру. Я ее оставлю в таймлапсе. Смотри, вон, уровень, видишь? Да, ой, красота! Фок-лидер, когда будет здесь, тогда можешь... Короче, взяли второго. Артем опять не смог снимать. Ай, красота! Ай, какой роб! Следом, вообще следом, тупо следом второй. Длинный. Сейчас мы его водичкой польем. У нас тут беспорядок. Когда поклевка, это вообще что-то с чем-то. Тихо-тихо, надо вытащить его. Так, у Артема поклевка. Есть? Опять нет. Да ё-моё. Почему он слетел? Конечно, слетел, потому что поклевка была. Не, так он тоже в паровоз будет. Ну блин, у Артема. Ребята, у Артема были три поклевки, три паровоза. И все три сходы. Это, конечно, очень обидно, но. У меня это было две поклевки и две реализовано. Огонь. Так, у нас опять был тычок. Было просто вверх-вниз. Удастся, нет, паровозик заснять. Блин. Ну давай. Только что было вверх-вниз. Блин, ну смотрите, к вечеру-то, а? Ну это, смотрите, работают левые точки, которые вот мы новые. Получается, я сейчас взял с подового удилища маркерный груз и прокидал. Потому что, ну, не было поклевок, считайте, с 3 часов, вот до 8, да. Короче, прокидал, нашел, получается, вот там камушки. Прям стучит хорошо. И вот там, перед камушами, камушки. Ну и чё? Заброс, поклевка, получите. Там тоже заброс, поклевка. Нормально. Главное подобрать место правильно. Мы сначала прокидались, как-то Артем кидал, он не нашел ничего. Я начал бросать, нашел. Так что вот так вот. Так, друзья, ну что? У нас ночная поклевка. Наконец-то у Артема не сошел. Пока тащим. Че, уже подходит? Подходит? Короче, вот он тащит. Че-че? Ты его сюда потаскивай, я сейчас садок. Да, он нужен. Берем садок. Посмотрите, какая мамаша. Уф. Там крючок смотрел. Да. Опять у Артема клюнул. Опять, говорю, у Артема клюнул. Давай доставай. Тише. Мат, этот убери. Ты куда ты? Ты чё, лови? А я чё изловился? Блядь. Стоять. Ещё раз мочим. Всё. Ну-ка, воды полей на него. Давай.
Бойкий парень. Да он такой же трешечка, только дикий. Нет, это тяжелее, ты чё? С той стороны. Так он, Короче. Давай я подержу, вытаскивай. Да, подержи что. Давай еще раз. Тише, тише, тише. Хорошо сидел. Так, это вот точно надо взвешивать. Бойкий, сука. Бойкий. Того не засняли, этого сейчас заснимем. Так, чё? Давай. 5560 минус кило. Это что такое было? 5560 минус кило 300 400 Артём. Фото будешь делать? Давай. Есть телефон? Да. Так, что у нас? Блять, что такое? Сейчас подожди. Отпускаем. Все, поплыл. Все. Так, ну что у нас? Время 5.50. Двух утренних карпов мы не снимали. У меня были две поклевки. Ну, буквально минут 20 назад вытащил. Один сколько у нас был? 3.5. Да, один 3.5, другой 4. 4.800. О, мой Big Fish. А сколько? 3900. Да давай, не обманывай. 4.800. 4.800 Big Fish. Сейчас что, снасти стоят. Артём нервничает, у него не клюет. Там ходит, колдует. Сейчас будем завтракать. Так, только что снимал, только что отключился, и у Артёма поклёвка. Ну давай. Поклёвка такая интересная у него была. Подматывал. Раз. Чисто случайно засёк. Так, на, подсадчик. Он уже тут, рядышком. Нормально, значит, ходит рядышком. Подсак мощный вообще. Тяжелющий, пипец просто. Ну, давай. Так. Мимо. Есть. Ся. Типа восьмёра. Какая восьмёра? Тише. Ребята, это... тише. Стой, я хочу его успокоить. Тише, родной, тише. Это что у тебя стояло? Розовый пинка. Миненко Тим работает, да? Съел. А как он так-то его? Как сказать? Подсёк-то? Ну. Чё-то как там... За губу же я его чётко взял. Он сам уклюнул просто. В тот момент, когда я полетел, подматывал. Где наша восьмёра, а?
клюет вот такие вот тузики. Смотрите. Смотри, какой хороший, упитанный. Ты давай сфоткай меня. Ну так ты бери. Че ты? Фото в прямом эфире. Давай, покажи тузика-то. Опа. На меня смотри, улыбнись хоть. Хоть чуть-чуть-то улыбнись, что лицо-то суровое. Давай, давай. Нет, ты улыбнись. О. А, красавец. Давай. Вот так вот мы рыбку и отпускаем. А чё мы даже не взвешивали? Да я вижу, что пятёра. Да какая пятёра? Мы даже рыбу не взвешивали. Вот до чего дорыбачились. А чё они тут? Плюс-минус все одинаковые. Ну да, они. Ого, закинь в команду. Вот так вот. Ну все. Сейчас точно пойдем кушать. Ну то уже есть охота. Шибко сильно. Забыл я там на озере за концовку записать. Как-то собирались быстро-быстро. Артему надо было ехать, но я тоже как бы поехал. После поклевки Артема больше у нас поклевок не было. Итого у нас получилось у меня 5 поклевок, 4 рыбы. Ну, 5-я рыба была уже у берега, но Артем под соком мимо раз, прямо у берега вообще упрям. И он раз сквозунул, короче. Ну, зеркальный там был, где-то 4-шка. У Артема получается, сколько у него? У него тоже 5 поклевок, но 3 схода было. Но 2 поймал, реализовал вот ночью. Вот тоже такие. Ну, там как будто они как все почти одинаковые. Рыбалка я полностью доволен. Прям более чем удовлетворен. Кайфанул вообще нереально. Вот эти вот. Как он давит карп, это просто нереально, он просто давит, фрикцион трещит, просто я не могу это передать словами, это надо просто держать удилище в руках и чувствовать, как он давит. В общем, корма ушло 9 килограмм, корм использовали только Миненко, бойлы тоже только Миненко. Получается, у нас было 6 килограмм зерновухи. Зерновуха очень хорошая. Ну и 3 килограмма сыпушки. Помимо, добавлял еще мелассу. Бойлы тоже Миненко. И прям вот желтый бойлик. Пап-пап. Луговой мед, банан. Прям ему вообще понравились идеи. По папчике карпику именно вот на этом озере, да, вот на этом серебряном озере ему очень зашли. Вообще такой формат рыбалки вам заходит? Вообще нет, как бы он будет, да, но его будет не так много, потому что я на рыбалку езжу не так часто, может раз или два в месяц, но это вообще прям максимум, потому что нету столько времени на рыбалку. Но рыбалка интересная. Ну и обязательно подпишись на канал, если ты еще не подписан. Нажми эту кнопочку и поставь лайк. Ну и все, всем пока.